ворон, он бежал и искал. Итак, это стрим, типа. Сейнстоун. В этой операции может участвовать только двое бойцов. Ключ к победе, доверие и командная работа. Используйте все свои навыки и знания, чтобы одолеть противника и стать легендой. Хорошо. Так, вот тут карта. Я вообще в стендов очень мало играл. Я особо новичок. Я стендовчик обычно не играю. Ой. О. Око. На. Тварь, давай. На, ха-ха. О, на, урод. Почему я никого не могу убить, тварь? Было бы красиво, ну ладно. О, этого я впервые вижу. Блин, прикольный, кстати, скин. Ну. О, минусанули. Значит, вроде нет. О, я убил кого-то, ни хрена. Чё это за пестик? О, нифига красивый. О, так. Автомат. Прикольный. Какой-то волчара. Типа я крутой, типа я уф. Я в КС-ку вот много играл, а в стендовчик. Ну как много в КС-ку? Пару раз, но всякие фичи знают подобные. Ура, я еще кого-то вынес. Что это за дурачок? О, что это за... Нифига. По-моему, красная это аркана, как бы, да? Или как это называется? Аркан, да? Если я ничего не путаю. Оцените раскидку гранату. Блин, скин красивый. О, shift есть тут. О, с кайфом. У меня пока 0 смерти, это круто. Обычно я подыхаю в первых раундах, как стрим запустил, вообще ни одной смерти. О, братишка, спасибо.
хорошенько эту глушану. Где? Вот это было очень тупо. Сам себе, блин, нагадил. Ох. Ожидаем, пишет. Чё, 92 урона, ёптель-моптель. Ну ладно, пусть тащит. Чё у меня там? Херня. Знал бы он, сколько хп у него. О! Блин. О, красивое число, 2-2-2. Чтобы такого сделать. Ой, какое нехорошее слово там написал мой напарник. Не очень. Да. Вот тут меня убивали. Блин, топ. Мне нравится игра. Вообще нравится. Если так будет продолжаться, вообще ничего будет. Так. Пестики давайте какие-нибудь. Я когда играл пару раз. На. Лох. О, это шкала, да. Вообще топ. Прям топово. Этот хотел в крысу убить моего друга, но я спас его. Я такой, отойдите. Интересно, сколько какие ранги раньше были? Профиль. Ну, вот тиммейт. Сильвер 4. Голд 1, типа, круто, наверное, да? Ура! Ослепну.
Есть! Я выжил. Так, чё тебе? О, опять этот пестик. Хорош я, хорош. Блин, мне нравится, прям прикольно. Вот так. Прям на опыте будто. Тварь. Голимая. Я побегу. Бегаем. Нет, я же знал то, что он выйдет. Я так и думал, он в крысу где-то сидит. Блин. Вот, блин. Блин. Не знаю, сколько нормально я нанес урон. Нормально, прям. Хорошо я их так пробил. Ой, зря он с дробашом издалека. Ну ты дебил, конечно. Урод моральный. Нет, иди в другую сторону, пожалуйста. Хорош, брат, молодец. Не, мы нормально отыграли, мне вообще понравилось как-то. Блин, прикольно. Йоу. Только 3 игры сыграно. О. А ранг получается после 10 игры меняется, или мне надо какие-то задачи делать, типа вот этих. 400 опыта. О, новый уровень повысили. О, боксик, боксик, я хочу боксик открыть. Я хочу боксик. Почему тут такое комьюнити уродливое, которое матерится, пишет всякие гадости? Вот почему его называют шедер-стендовчик, потому что это реально шедевр. Что мне может выпасть? Если честно, мне из этих скинов больше всего нравится вот это. Очень прикольное. И, наверное, вот это. Остальное, как по мне, говно. Даже вот этот вот Bubblegum, который у моего тиммейта вроде был, вообще фиговый. Так, что мне выпадет? Ух, тропик какой-то. СМ-1014 тропик. У меня есть такой скин? Нет. А их можно продавать же, да? Как я понял. А, да, можно. Продадим, давайте. 4. Как тут в магазине написано? Так. Что тут еще? Нет, этот скин больше всего нравится, чем вот это говно.
Оно вообще даже ценник не показывает. Ну понятно почему. Интересно, его скупают прям хорошенько. А что я могу за 0.19 голды купить? Фильтр. А как тут фильтровать? Типа дешевый. А вот. Что я могу купить? Ну, кстати, нормально. Я думаю, я вообще нихера не смогу купить. Что мне нужно? Блин, у меня есть хорошие скины, как по мне. Дигл мне нахрен не нужен. А калаш у меня есть? Есть. О, у меня вот это, по-моему, фигни нет. Ну, сейчас чекну. Ай, вправду нет. Давайте покупаем. Заказать. Ура. А, отойдите. Остальное я не могу себе позволить, потому что я бомж сраный. Ну ладно. Зато что-то. Давайте еще что-нибудь поиграем. Соревновательно меня интересовал. Как раз таки покажу, как я в соревновательно играю. Вы оцените. О, собака купила. О, Сэндстоун. Сэндстоун, брат. Тут уже типа обычная карта полная, не то что типа пол карты играем, когда союзники тут прям. Интересно, тут читеры бывают? Не помню, ни разу не встречались. Тут... Не помню, просто. Я стендофи уже давно наслушал, но никогда в него особо не играл. И тут решил им прям чуть-чуть зарубиться. О! Да, а почему я не мог убить эту четыре? А, кому нужны промокоды? На что, простите? О! Го на мид пойдем. Они вроде не должны быстро до мида доходить. Они вроде не станут спавниться. Как я понимаю. Если я так правильно понял. Ну. Где все? Не, ну его в жопу. Ой, это мое любимое оружие. Есть одна пушка, которая мне очень нравится. Вот она. Муха. Она очень жесткая. Мне она нравится. Она, мне кажется, всех сносит. Я потому что на ней уже играл. Мне она нравится. С двух ударов сносит за косарь. На! Иди, поспи. Это все? Да. Кому нужен промокод? Да иди ты в жопу. Своими, блин, промокодами он. Ты пристал.
Да вы шутите, где они? Ой, я двоих убил, Ну ладно, это возьму. Вот, прикольный автомат. Я даже на скин не смотрел. О, я АВМ хочу взять. АВМ. Делать топ-10 прострелов на мираже. Оба. Че, я сам лучше тут? Вообще ноль смертей. Тварь, я так и знал, что кто-то в крысу будет обходить. Хорош, наказывает мразь. Оба. Оба. Да ёб твою мать, ну это невозможно. Я просто сейчас буду идти на просто по-тупому. В тыл. Пошли, братик. О, я уже минус один сделал. Уже рад. Хорош. Хорош просто. Ну это и что-то домой просто. У меня 6 киллов и 3 смертей. Все равно я последний. Круто. Вот тоже имбовое оружие.
Ой, у меня звездилет получил. Там на кого-то уже обижаются. И все равно я последние 7 киллов сделал. Ура, мне бомба доверяет, спасибо. Ура! Я половину этих... Я полкоманды этих спецназовцев просто снес. По итогу они не могут их убить все равно. Ну ладно. Давай! Тупой просто. О, это тоже имбовое оружие. Я думал, а где оно? Оно оказывается у террориста. Оно классное. Уверьте меня. Мне оно очень нравится. Особенно вблизи оно, да. Блин. Надо просто показать ее весь потенциал и поймать, о чем я. Этот раунд пройдет быстро, наверное, эти выиграют. Они все-таки как-то поувереннее. Хотя, наверное, мы выиграем. А чё этот не ставит бомбу? А, он. Понятно. Ща я прям покажу. Мне она прям нравится, жесть. О, как раз таки косарь, я сейчас буду бронированным. Сейчас половину Казахстана просто буду. Чекайте. Эту фигню можно прям вот так выкидывать. Мол. Все, я близ подошел, всем хана. Ой, это не для меня. Да,
сюда просто. Я вам ничего, нифига. Ну вы тварь, конечно, голимая. Ну, надеюсь, вам ролик понравился. Всем пока-пока.